Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Никита. Сегодня у нас такой вот тест, прямо тут все во льду, на 9 тему. Сегодня будем кататься только на 3С, потому что так вышел ненадолго. На трешке, думаю, сейчас так покатаемся. Здесь на самом деле все во льду, сейчас я один раз по прямой дал. И то есть нужно прям очень аккуратно, потому что типа вот я нажимаю на тормоз, вот, и она прям дальше так же идет. То есть разогнаться и остановиться резко не получится. Так, вот асфальт, зацепляемся. Он идет, тормози. Дальше скользяки идет. Сейчас так мимо нас пронесемся, я тогда сразу даю там в тормоз. И вы просто увидите, как она будет долго тормозить. И, в принципе, я уже торможу кто-то по-своему, типа, делаю имитацию ОБС. Что-то она у нас летит. Тормозим вот сейчас. Это просто сейчас просто тормоз пол сжал. Надо давайте пробуем разогнаться. И типа газ, тормоз, ой, типа тормоз. Типа тормоз нажимаю, пускаю. И, типа так она намного эффективнее тормозит. Либо даже просто не зажимаю этот тормоз до конца. Потихонечку приотпускаю, типа колеса не блокируются. Она, в принципе, тоже тормозит лучше, чем просто зажать тормоз. И ждать, когда она куда-то влетит. Вот, например, потихонечку нажимаю. И она у нас потихонечку остановилась. А если я просто зажал бы, я думаю, она дальше ушла бы. Так что, в принципе, вот так вот. Смотри, я прям мочи много. Опа, закрутила, завертела. Не, летом это прям будет вообще зверь. Когда вот асфальт будет, она будет цепляться. Ой, вылетели все-таки. Когда прям асфальт будет цепляться, еще будет на маленьких колесах, будет управляемость офигенная. Только вот нужно, наверное, колеса все-таки искать. Так, у меня, по-моему, там фара вылетела. Ну, еще вот такие фары поставил я. То есть, вот еще вот сюда по бокам. Ну, наверное, вот эти уберу, эти 5 штук. Поставлю только две вот сюда. Потому что вот с этими фарами у меня еще вот типа задние есть, идут. А зад я куплю, наверное, бампер, чтобы именно их бампер сделать. Потому что в корпус сюда прям очень большие дырки получаются, и корпус тогда вообще не на чем будет держаться. Может, в новый корпус, тогда в корпус. Ну, не хочу я делать фары в корпус. Потому что когда у меня вот здесь в корпусе были, это каждый раз, что у меня люстра на корпусе, и два провода получается от корпуса стоят, так неудобно. То есть куплю потом бампер, не знаю, либо РПМовский. Ну, у меня вот РПМовский у друга на динозавре, я вот померил, там, в принципе, некуда вставлять. А в стоковый, в принципе, я там нашел место, куда можно их присобачить, там, приклеить, на стяжке, может, их, типа, лучше, чем РПМовский. Брат там на Эсэворе рассекает. Север сейчас на минимальных расходах, на багажке, повторюсь. В принципе, ему хватает. Опа, тормозим. Не успеет, наверное, газу. Оп, успели, красиво. Оп, что-то Север не сбили. Сейчас еще поставил привода назад новые. Потому что эти телескопические опять у меня сломали. Сейчас у меня стоят ЦВДшки стоковые. Так. Я надеюсь, долго проживут они у меня. Вот такие вот ЦВДшечки. Ну так, в принципе, в стоке нашла, так я и поставил. Они оделись, ничего не люфтит сейчас, так что, наверное, возможно, все-таки стоковые привода лучше всего, если они под нее именно сделаны. Потому что те телескопические, они прям, ну, люфтили, конечно. Может, на маленьких колесах они, конечно, лучше, потому что вот я все лето ездил на них, можно сказать. На больших колесах телескопически не выдерживает ее. Оба, столкновение. Так, вот наваливает на... Как резин дует, да? Круто. Дрифт прям можно нормально наваливать, вообще офигенно. Я считаю, как это, в принципе, на большой проще дрифтить, чем на мелкую. Поэтому наваливаю прям нормально. Rain on us.
тайна. Rain on them.